Разведчики доложили, что Варрок Саурфанг бежал от Альянса. Его держали в тюрьме Штормграда с самой атаки на Лордерон. Если солдаты-мальчишки найдут беглеца, его убьют на месте. Пусть некоторые сомневаются в верности Верховного Воеводы, я не могу позволить врагу снова до него добраться. Опереди Альянс и найди его. Удачной охоты. Итак, ты хочешь сказать, что Саурфанг в одиночку перебил целый отряд во главе с моим лучшим следопытом? Как удачно, что тебе удалось сбежать, отделавшись синяками. Удачно и досадно. Попробую выразиться предельно ясно. Ты найдешь предателя. Приведешь его ко мне, и больше меня не подведешь. Ступай, и помни о своем долге перед Ордой. Победа превыше всего. Вот он, плод твоих трудов. Дерек Праудмур, тот самый труп, поднятый тобой с морского дна. Он станет ценнейшим оружием в войне против Култироса. Кинжалом, который мы вонзим в сердца Праудмуров, когда придет время. Кроме того, благодаря твоим усилиям, Орда заручилась поддержкой Зандаларского флота. Осталось сломить дух врага, и победа будет за нами. Дерек Праудмур был героем Култироса. Узнав о его участи, люди наверняка начнут искать его. А когда мы приведем его разум в порядок, то позволим Праудмурам спасти своего пропавшего принца, который потом зарежет их во сне. Для нас есть только победа или смерть, Бэйн. А о смерти я знаю все. Вы очень проницательны, леди Эшвейн. Думаю, у нас найдутся общие интересы. Лорд Праудмур, я сделала тебе чудесный подарок. Шанс вернуться к родным. Где твоя благодарность? Мои соболезнования, принцесса. Королева Таланджи. Мы не отворачиваемся от союзников Таланджи. Конечно, компания приняла нежелательный оборот. Но война еще не проиграна. Альянс убил короля Зандаларов. Какие могут быть переговоры? Нет. Война не кончится, пока мы не победим. Пока львенок не приползет к моему трону. Встретимся на борту Воя Банши. Я знаю, как заставить семейку Праудмуров заплатить за смерть Растахана.